Всем привет, с вами Павлик, и сегодня я вам хочу рассказать и показать снова беспредел на районе Вишняки. А именно беспредел как ГБУ жилищника, так и местного отдела полиции под руководством Ванда Максима Михайловича, Кондратина Николая Валентиновича и прочих в кавычках честных и порядочных сотрудников полиции и их подчиненных. Итак, казалось бы, бытовая ситуация. Житель района Вишняки Иван Чернов столкнулся с проблемой с отсутствием горячей воды в полотенцесушителе. Казалось бы, какая вообще из этого может вырасти проблема, но дело в том, что жилищник никак не мог исправить эту проблему. ГБУ жилищник — это у нас управляющая организация в районе Вишняки. Так вот, и вместо того, чтобы исправлять эту проблему, они решили за жалобы на свое бездействие или некачественное выполнение своих обязанностей, они решили отомстить гражданину Ивану Чернову физически, то есть собрались с ним на мужской разговор, то есть кулаками, грубо говоря. Они собирались его, так сказать, проучить, ну то есть избить там или даже убить. И вот в один прекрасный день к Ивану Чернову пришли двое крепких мужчин из ГБУ жилищник. Как они сказали потом полиции, они пришли починить ему полотенцесушитель. Но что-то кроме как двух рук у них ничего с собой не было. Ну или там, может, финка в кармане была, не знаю. Но, в общем, вряд ли у них присутствовали достаточные инструменты, чтобы что-либо чинить, кроме там чьей-нибудь головы. Да и сами они на протяжении более чем 20 минут разминались и обсуждали, как его надо бить или даже убивать. 89. Молодец. Ах ты, сука. Вы его знали, видите? Я знаю прекрасно. Давайте позвони ему, да, пускай выйдет, пообщаемся. Ну что, выходи. Ну, выходи, получается. Давай, выходи. Мы здесь, мы ждем тебя. Ну что, думаешь, надо? Ты уйди. Пошел. Пойди, спасибо. Потому что на 11 этаже, блядь, у меня друг, он, блядь, полагает, блядь, вообще. Проходи, прошу, да, двоем. Да, да, не надо, не надо, не надо. Чё, что, испугался, блядь? Ну, там два, да. А чё ты хотел? Ничего, блядь, такого. Я вот, блядь, уйдет немножко в сторону, когда буду общаться. Ну, грубо формой. Как дал бы сейчас там. Да, да, я говорю, да. Я говорю, хотел, все, ты ушел, как дал бы. Да. Убил. Что, как дал, блядь, стукал. Дверь чморная, блядь. Где? Ну, где камера-то? Ну иди голый, чё, мужики здесь. Какие мужики? Ну, мужчины. Сейчас живи. Ну, пошли. Давай. Иван Чернов, видя это дело, и, естественно, он не хотел, чтобы его избили сотрудники ГБУ жилищник Вишняки, он вызвал сотрудников полиции, чтобы они задержали их, пресекли их противоправные действия и не дали, так сказать, нанести ему какой-то вред здоровью или даже убить его. И спустя какое-то время сотрудники полиции прибыли на место. Здравствуйте. А вы куда? Ну, 59 квартир. Вы туда? Да, у нас заявка. О. Какая заявка? Заявка на диспетчерскую. На что? На диспетчерскую заявку. Что? Что у него неполадки. А что он выслушал? Нормально. А что он выслушал? Говорили.
Ну, он действительно дурак. Да. Документы свои дайте. А, нет. Да, я не знаю. Лишний кровь по три. Ну, третий по три. Где его? Да, он его получил. Не-не-не, я его. Он дома. У нас ГБО и шнуки. Ну, мы работаем в ГБО и шнуки. Вот. Он, блин, он звонил, позвонил, да, и это. Чтобы вы не знали, что мы стоим, блин, 40 минут. Устали. Что у него сломалось? А, ну, спросите. Откройте, что у него сломалось. Да вообще воды у него нет. Ну тебя Витя приезжал. Откройте, полиция. На проводе стоит. Вы его видели? А, ничего. Ну здравствуйте. И вам здравствуйте. Что у вас? Вот у меня. Мне опять надо. А нас-то зачем вызывали? Злодеев сказать. Каких? Которые ведут себя нехорошо. А кто ведет себя нехорошо? А вот пусть они сами скажут. Ты их знаешь? Я их вообще знаю. Знаете? Вы же хотели со мной разобраться? Так, успокойтесь. Разобрались? Пожалуйста, успокойтесь. Разобрались? Ну, блин, ты чё, блин? Нет, я не знаю. Нет, ну вы разобрались? Так, вот. Мы это понимаем, мы это делаем непосредственно. Хорошо? Мы сейчас все сделаем. А что вы делаете? Все, что еще? Куда? Ничего не будем делать. Нет, сейчас пойдем по двору, пить, пусть постоят, все. К этому времени Иван вышел к ним и, собственно, объяснил ситуацию, что они хотели с ним разобраться, поквитаться, отомстить. И пришли, собственно, эти два человека, да, которые обсуждали, как они будут его сейчас убивать там, разминали шею театрально. И обсуждали, как ему следует лучше вточить. Пришли они непосредственно для того, чтобы его избить, а не починить полотенцесушитель. Но вот какая незадача. Сотрудники полиции в районе Вишняки тесно связаны с самим ГБУ-жилищник. Дело в том, что супруга начальника полиции Ванда Максима Михайловича, Маргарита Ванд, работает юристом в ГБУ-жилищник. И вот вам доказательство. И, естественно, это приводит к прямому конфликту интересов и сотрудников жилищника, которые совершают порой даже преступления. И вот без всякого стеснения приходят вот так разбираться с гражданами. Они, естественно, не привлекают к ответственности, то есть сотрудники полиции не привлекают их к ответственности, а всячески отмазывают. Так и произошло, собственно, в этот раз. И под раздачу у нас попал не жилищник, а сам, собственно, потерпевший, сам гражданин Чернов. Разобраться со мной хотели, да? Зачем? Зачем? Потому что вы плохо делали. Нет, мы жители, вы надо было. Я писал жалобу на вашу работу. А вы мне решили пистом ставить. Успокойтесь, да? Пожалуйста. Потому сейчас. Будьте любезны, хотите бы, не пишите. Мы сейчас. Иди пусть он стоят, и здорово. Так же бывает так, как Жанович. Ну, пошутить можно так сказать. Так же бывает как Жанович. Как Жанович. Али Жанович. Али Жанович? Да. Али Жанович. А, Али Жанович. Морозов Александр Викторович. Я Настя Участкова. Документы есть, что я у вас в участке? Нет, с тобой нет. А где это? Дома. А как вы приходите ремонтировать без своих документов, что у вас в участке? Ну, иногда прихожу. Иногда? Почему? Это у нас есть удостоверение, а у вас нет? На момент у Ивана Евгеньевича. Заходите. Нет, туда заходите, там нету. Что, убрать? Ну, да, убирайте. Ну, ладно, все, идите домой. Дома, да. Дело в том, что по закону Российской Федерации человек вправе иметь зарегистрированное в установленном порядке с разрешением гражданское оружие. И также вправе им обороняться, к
когда его жизни угрожает опасность. И я думаю, что в данном случае опасность, безусловно, была, так как гражданин Чернов на протяжении 20 минут слушал двух неизвестных около своей двери через установленную камеру в подъезде. Как они обсуждали, как они его убьют, побьют и как это лучше сделать. То есть я считаю, что существовала реальная угроза, и я думаю, после того, что вы видели, вы со мной согласитесь. И вот гражданин Чернов, естественно, подготовился. У него дома было несколько единиц зарегистрировано в установленном порядке оружия огнестрельного, в том числе оружие, которое по законодательству России можно использовать как оружие самообороны. И, естественно, он, ну, выходя к этим людям, он, естественно, взял его с собой, чтобы защищать свою жизнь и здоровье. Но вот полицейских это не устраивает. Их устраивают только беззащитные какие-то бараны, которых они даже не будут защищать. А тут нифига себе, человек хочет пистолетом себя защищать. Это ж пистолет получается не только у полицейских, но и у него. Непорядок, решили полицейские в своем каком-то внутреннем убеждении. Скажите, а что у вас? Это машинка. Достаньте, Виктор. Иван. Достань. Бери. Это ИЖ-79-9Т. Иван, зачем? Аккуратней, она же заряжена. Да он знает, прекрасно. Не будет. Подозрение есть у него? Конечно. И полицейский, увидя у Чернова зарегистрированный в установленном порядке пистолет, достал свой пистолет и решил его, ну, как бы это сказать, отработать. То есть он под угрозой оружия похитил у него этот пистолет. Почему похитил, а не изъял? Дело в том, что при изъятии существует определенный порядок. То есть нельзя просто так изъять у человека оружие или любое другое вещь. Нужно обязательно это все запротоколировать и оформить. И для этого существуют определенные основания. Никаких оснований изымать у Чернова пистолет у полицейских не было. Он вел себя адекватно и спокойно. Он ничего не делал противозаконного и, более того, сам вызвал этих сотрудников полиции. Но, тем не менее, сотрудник полиции, фамилия его Музыкин, достал свое табельное оружие, обнажил его, привел в готовность и направил на Чернова, безо всяких оснований для его применения. И сам лично забрал у него под угрозой оружия пистолет. Конечно. Ну, человек, Иван, будьте добры, пистолетик. И я считаю, что это было похищение оружия, то есть разбойное нападение с целью хищения имущества. Потому что пистолет-то у нас пропал. После того, как полицейский Музыкин убрал его к себе в карман, никто его больше не видел. И никаких протоколов изъятия, каких-либо еще документов не составлялось. Более того, Чернов предъявил сотрудникам полиции все необходимые разрешительные документы на это оружие. Но ему его так и не отдали. Судьба пистолета неизвестна до сих пор. А как мы знаем из сводок новостей, подобное оружие потом очень часто всплывает либо на черном рынке, либо у каких-нибудь бандитов, которые с его помощью потом будут дальше совершать преступления. Не лишним будет вспомнить и случай со знаменитым майором Евсюковым, который убил 8 человек в супермаркете «Остров» в 2008 году. И стрелял он как раз из-за незарегистрированного левого пистолета, который он у кого-то там до этого отобрал. И что же мы видим по итогу? 12 лет этого было. Хорошо? 12 лет. Ну что, с вами нормально, сейчас. Все есть. Ну еще раз к вам приезжаем, уже как друзья должны быть. Все есть. Не, ребят, все есть. Скоро, мне кажется, с вами будем пиво вместе пить. Вас так часто вижу. И шашлычка. Естественно, вкусного, правильно? Шашлычный замок. Ну, там же. Бывало, он мне сказал. Да, легко есть, можно. Пиши. Вы не против, заводи его? Нет, скоро он здесь. Вот меня слышу, чтобы я тебя видел. Да вот здесь находимся. Здесь все. Здесь. Вот. Находимся здесь.
быть можно. Это у нас на... Ну, зачем сотрудникам полиции выходить с пистолетом? Максимум, что мне идет. Хотя к этому вышли. Ну вы же к нам вышли, вы же видели камеру, то, что мы подъехали. Ребят, не видел. Ну так, не видел. Две камеры у тебя стоят, блядь, внизу и вот честно. И что же мы видим по итогу? По итогу сотрудники полиции никак не пресекли, никак не привлекли к ответственности людей, которые пришли, там матом ругались в подъезде так, что там соседи начали уже выходить и открыто угрожали гражданину, а самого гражданина забрали из дома и доставили в отделение полиции, а вменили ему, внимание, статью 20.21 Кодекса административных правонарушений, то есть нахождение в общественном месте в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность. Они там указали, что у него была несвязная речь, шаткая походка, а неопрятный грязный внешний вид. Но я что-то не заметил это по видеозаписи. И также я не заметил, чтобы он как-то оскорблял человеческое достоинство или был пьяный. Я тоже этого не заметил. И я думаю, вы тоже этого не заметили. Да и тем более, он же был у себя дома. Какое, позвольте, общественное место, если он у себя дома? Но, как говорится, никого это не волнует, а полицейские в очередной раз показали свое незнание законов и составили на него административный протокол, который у нас скоро будет рассматриваться, наверное, в мировом суде, в знаменитом районе Вишняки. И там уж мы посмотрим, кто у нас был прав, а кто виноват, и на российское правосудие по-вишняковски. А вас же, всех, кто посмотрел этот ролик, я прошу отправить обращение по ссылкам в описании в контролирующие органы с просьбой проверить, было ли разбойное нападение со стороны полицейского с угрозой применения табельного оружия. Или же все у нас по закону, и можно людям в пузяку тыкать табельным стволом и отжимать у них все, что заблагорассудится. И ничего полицейскому за это не будет. Также прошу проверяющие органы не обойти вниманием и другие нарушения полицейских. Например, никто из них, как мы видим по видеозаписи, не представился никому из граждан. Ни сотрудникам жилищника, ни гражданину Чернову, чего требует в обязательном порядке статья 5, пункт 4 Федерального закона о полиции. И иные нарушения сотрудников полиции, которые необходимо выявить при просмотре данной видеозаписи. Со стороны же правительства Москвы и руководства ГБУ «Жилищник», в том числе в Вишняках, прошу принять меры к этим сотрудникам, которых вы лицезрели на видеозаписи, которые вот таким образом хотели наказать граждан за их жалобы. И это далеко не первый случай, к сожалению. У этой истории обязательно будет продолжение. В следующей серии вы увидите, как у этого человека через несколько дней сотрудники Росгвардии, лицензионно-разрешительного отдела, пришли уже к нему домой и под предлогом каких-то выявленных нарушений в хранении оружия изъяли у него карабин «Вепрь». Изъяли, правда, уже с протоколом, а не под угрозой оружия. Ну что, друзья мои, вот такие вот истории у нас в районе Вишняки продолжают происходить. А это у нас 2019 год, между прочим. А скоро у нас наступит 2020 год, с чем я вас и поздравляю. Желаю всем гражданам не стать жертвой полицейского произвола, а сотрудникам полиции, ну вот, хотя бы как на ролике, выучить закон о полиции, а особенно основания для обнажения и применения огнестрельного оружия. Поскольку в данном ролике явно усматриваются признаки преступления по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Поэтому будьте бдительны и не уедьте на красную зону, так как это должен сделать сотрудник на видео. Спасибо, что смотрели этот ролик. Не забудьте поставить этому видео лайк, написать свои комментарии, а также подписаться на наш Инстаграм, Телеграм-канал, а также мой второй канал на Ютубе. Ну и на этот канал тоже подписывайтесь и не забудьте нажать колокольчик. Всех с наступающим Новым годом!